ответить нам. Сейчас финал с тобой. Дорогие друзья, совсем скоро под бой Куранда уйдет в историю 2010 года. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Современную сильную, Россию. Открытую, дружелюбную. У нас большая дружелюбная история. И мы по праву не вернемся. Дружелюбную! Россия молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только 20 лет. Для государства не больше. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Теперь от них зависит, каким будет второй десятилетие. Короче, давайте пить для того, чтобы у всех все было офигительно. Но мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. Как проходит наш стране, Новый год? Стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Да, она что мне больше переливать? Но а больше ничего не надо. Уверен, так и будет. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим его. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом!